Дальше добавляем пэддинг. Так, давайте я еще раз покажу предыдущий слайд. Смотрите, обратите внимание, текст у нас прилеплен к границе справа, сверху, наверху и внизу. Видите, как бы он прикрепился, прилепился, да? С помощью пэддинг, с помощью стиля пэддинг мы можем сделать отступы от границы. Пэддинг – это отступы внутри блока, внутри. Итак, у пэддинга, ну, здесь все проще на самом деле. Смотрите, пишем пэддинг, двоеточие и числовое значение px. Главное здесь, ну, понять, как это используется, да? Значит, смотрим значение. Здесь много слов, но на самом деле все просто. Если вы пишете одну цифру, вот пэддинг, первый вариант, да, пэддинг 10 px, это значит, что со всех сторон будет отступ 10 пикселей. Сверху, снизу, с правой стороны и с левой стороны. Если вы пишете пэддинг и пишете два значения, 5 px и 10 px, это значит, что сверху и снизу будет 5 пикселей, слева, справа 10. Понятно, да? То есть первое значение – это вверх-вниз, второе значение – это право-лево. Между ними пробел просто пишем. Дальше, третий вариант, пэддинг. Расписываем каждую сторону. Вверх 3 пикселя. Кстати, по часовой стрелке, да, смотрим значение. То есть первая у нас цифра, первое значение – это вверх, второе – с правой стороны, третье – снизу и четвертое – слева по часовой стрелке. Итак, вверх у нас 3 пикселя, правая сторона – 1 пиксель, 10 пикселей – это низ, и 6 пикселей – это слева. То есть вы можете расписать отступы для каждой стороны отдельно. И, наконец, четвертый вариант – вы отдельно расписываете каждую сторону. Padding-top – это вверх, отступ сверху. Padding-right – это с правой стороны. Padding-bottom – это снизу. И padding-left – слева. Вы можете выбрать любой способ, какой вам нужно, в зависимости от того, что вы хотите добиться. Да? Если вам нужен только отступ с одной стороны, примените четвертый вариант. Если вам нужны равномерные отступы со всех сторон, примените первый и так далее. Итак, давайте на примере посмотрим. Добавляем к нашему блоку пэддинг. Смотрим сначала. Ширина 400 у нас осталась, граница у нас та же. Далее, пэддинг 10 пикселей, это значит, со всех сторон 10 пикселей. И, как видите, на примере у нас отступы со всех сторон появились. Идем дальше.